Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН. У меня великолепная новость для тех, кто играет в Tanks Blitz. Буквально через пару минут стартанет событие новое игровое «Неоновые джунгли». Что оно собой представляет, сейчас обсудим буквально за пару секунд на фоне великолепного видоса, который был добавлен в виде промо-ролика. Итак, ребят, за отведенное время, а это с 28 числа и по 9 мая включительно, вам необходимо будет делать победы на танках с 4 по 10 левел, включительно без ограничения количества боев, и за каждую победу вы будете получать по 2 пазлика. Плюс еще по 2 пазла вы будете получать за знаки классности 2 степени, 1 степени и знак классности мастер. Всего за отведенное время вам необходимо будет собрать 400 пазлов для того, чтобы забрать себе главную награду по нижней линейке не донатной, а именно хайскор. Если вдруг сам хайскор вам не нужен, вы можете его продать, но не сильно дорого, 250 голды. Много или мало? Я бы сказал, что мало, но все-таки халява, поэтому мое скромное мнение, лучше данную машинку оставить себе в коллекцию, если вы уже собираетесь на нее, как говорится, запотеть. Кроме того, в линейке вы найдете другие призы, которые параллельно идя к хайскору, вы будете забирать, в том числе мистический контейнер. По-моему, довольно-таки неплохо. Что касается, насколько сильно необходимо будет гнуть спину и запотеть. Запотеть придется, потому что вам необходимо будет сделать 200 побед, если вы не получите ни одного знака классности. Вот прям совсем ни одного, но при этом побеждали. В таком случае вам необходимо будет делать без знаков классности по 18-19 побед в день. Давайте округлять до 20 для ровного счета. 20 побед в день — это не так уж и мало. И в целом, если вы играете плюс-минус 50 на 50, а значит, это будет для вас 40 каток. 40 каток да по 5 минут, и получается дохрена времени потратить необходимо. Но, ребят, по-моему, та халява, которая нас ждет, она все-таки, ребят, того стоит. Что касается хайскора, машина странная, машина не совсем стандартная, и обзор на нее появится на канале буквально через час-другой после выхода данного видео, поэтому, ребят, подписываемся на канал, ставим лайк, обязательно жмем на колокольчик, чтобы не пропустить выходы новых видео. Кроме того, на канале появятся видеообзоры на AMX Defender и на STG. К сожалению, M4EO у меня в коллекции нет, но на две машинки этих я обзор сниму. Почему на них? Потому что если вы будете донатить в игру, покупать наборы с золотом, ну и, соответственно, ребят, будете оттуда забирать кнопки питания, то в случае достижения уровня, на котором находится купон, он зелененького цвета, соответственно, вы этот купончик забираете и меняете на одну из этих трех машин. На какую — решать вам. Мое дело будет показать вам те машины, которые у меня есть, а именно, повторюсь, STG и AMX Defender с меня обзорчики однозначно, ну а M4U, простите, к сожалению, показать не смогу. Поэтому, ребят, подписываемся, ждем выхода новых видео и готовимся к плодотворным боям. Кроме того, ребят, вы найдете себе в линейках довольно неплохие камо, которые существенно приукрасят ваши машинки, ну и много-много другой дребедени. Ну что ж, друзья, собираемся, собираем танки, заряжаем стволы и погнали в бой за победами. Халява не ждет, и ее необходимо забрать. А на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока!